Добрый день всем любителям искусства. Я очень рада приветствовать вас в нашем сообществе. Надеюсь, что нас будет становиться больше, и мы будем способствовать продвижению, развитию искусства в России, так и за ее пределами. Потому что я считаю, что российские художники имеют достойную русскую художественную школу, которая способна конкурировать с художниками на международной арене. Свою же миссию я вижу в том, чтобы сократить разрыв между аудиторией, художником и арт-институтами, галереями и так далее, выставочными пространствами, всей арт-индустрией. Для этого я создала данное сообщество и онлайн-галерею. Чем больше мы будем говорить про искусство и предлагать его, тем меньше мы уменьшим этот разрыв и будем способствовать популяризации искусства и его продвижению. Для этого я также учусь. Я поступила на курс от университета Бокконни в Италии, который называется «Управление искусством и наследием». На нем вот в первую неделю мы уже говорили о том, кто такой менеджер, кто такой куратор и о том, что эффективная коллаборация, да, сотрудничество этих двух людей способствует эффективному управлению одного и другого. Очень интересный курс, потом я вам расскажу о нем, возможно, более подробно. С другой стороны, возвращаясь к своей миссии, я хочу и работаю над тем, чтобы продвигать русских художников за рубежом. Мы говорили на прошлой неделе про статистику, про рейтинг работ нашей галереи на международных арт-площадках. За сухими цифрами рейтинга стоят реальные зарубежные коллекционеры. Люди, это потенциальные покупатели. И это все говорит о том, что русские художники интересны на Западе. Поэтому присоединяйтесь, давайте будем вместе работать над продвижением и популяризацией искусства. Я должна сказать, что делаю я все это бескорыстно, на безвозмездной основе. Я не беру денег за свои услуги, за рецензии, за продвижение. Потому что не все в нашей жизни мерится деньгами. До встречи!